За мной вся моя страна. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как Мехрубон Сангинов одержал новую победу на All-Star Boxing. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Таджикский профессиональный боксер Мехрубон Сангинов в полусреднем весе до 66 кг техническим нокаутом победил мексиканца Хесиуса Альберто Бельтрана в рамках соревнования All-Star Boxing, прошедшего во Флориде. В одном из главных боев All-Star Boxing Мехрубон Сангинов 12-0-1 вышел против мексиканца Хесиуса Альберто Бельтрана 17-0-5 и одержал победу техническим нокаутом. «За мной вся моя страна, Таджикистан, я люблю тебя», написал после боя в соцсетях Мехрубон Сангинов, посвятив свою победу 30-летию независимости Таджикистана. Как вы относитесь к такому достижению нашего земляка? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Ранее, 21 мая, Мехрубон Сангинов побил уругвайца Андреса Вьеру. По итогам февраля Мехрубон Сангинов вошел в топ-10 лучших спортсменов по версии WBA – Всемирной боксерской ассоциации. Ранее Мехрубон рассказал, что его цель – пояс чемпиона. Он также поблагодарил болельщиков Таджикистана за горячую поддержку. «Я продолжу работу в городской федерации», – отметил он. «Большое внимание своей деятельности мы уделяем юниорам и молодым, так как впереди большие турниры, чемпионаты Азии и мира». Мехрубон Сангинов родился в Душанбе 3 февраля 1996 года. С 2011 года тренировался в Республиканской школе высшего спортивного мастерства под руководством заслуженного тренера Таджикистана по боксу мастера спорта СССР Парвиза Ахмедова. В сентябре 2017 года Мехрубон завоевал титул чемпиона мира по версии WBC. Затем Сангинов защитил титул чемпиона по поединке против мексиканца Карлоса Лопеса. Он одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде. С 2017 года Мехрубон Сангинов – председатель Федерации бокса в Душанбе. Как вам такое? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!